Люди по всему миру сейчас собрались перед экранами своих телевизоров. В некоторых местах они собираются. Всего через 30 минут произойдет запуск. Попытка покорить Вселенную. Космонавт Майкл Коллинз управляет кораблем «Аполлон-11». Нил Армстронг и Эдвин Олдрин управляют лунным модулем. И вот-вот окажутся на поверхности Луны. Так, у нас есть изображение. Отлично, есть изображение на экране. Оно перевернуто, но мы все равно можем разглядеть детали. Миллионы людей сейчас смотрят телевизор вверх ногами. И это очень знаменательное событие для всех нас. Ожидали получить кадры марсианского заката, но, к несчастью, посадочный маневр не удался, и мы получаем только шум радиоволн. Со своей страной. Президент выступил с речью. Судьба распорядилась так, что мужчины и женщины, которые отправились на Марс с миром, останутся на Марсе, чтобы покоиться с миром. Эти храбрые американцы понимают, что нет надежды на их спасение. Но они знают, что их жертва дает надежду для человечества. Вне зоны действия. Низкий уровень кислорода.
своей миссией на Марс они объединили людей по всему миру. Своей жертвой они связали людей в единое братство. В древние времена человек смотрел в небо и в созвездиях видел героев. И с тех пор ничего не изменилось. Только наши герои — это мужчины и женщины из плоти и крови. Каждый человек, который поднимет глаза в ночное небо, будет знать, что где-то в другом мире навсегда останется след человечества. Вне зоны действия. В зоне действия. Передача данных. Их будут оплакивать наши семьи и друзья. Их будет оплакивать страна. Их будут оплакивать люди во всем мире. Их будет оплакивать родная земля, которая осмелилась отправить своих детей в неизведанное. Передача завершена. Марсианский модуль вышел на связь, и мы получаем изображение. Итак, у нас есть изображение. Это перевернутый снимок заката. Идут следом. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевел Юрий Аркалов. Роли озвучили Андрей Бахтин, Джейсон Смит, Артем Бахтин, Дарья Ёлкина, Сергей Соколов и Михаил Полежаев.